Друзья, всем привет! Это второе видео на канале Путь Дальнобойщика. Хочу сказать всем спасибо, кто подписался на канал, кто ставил лайки, кто писал комментарии. Очень приятно, парни. Вот, это мотивирует. Я не ожидал, конечно, что хоть кто-то подпишется первое видео, кто там болтовня. Вот. Я еще переживал, когда в пятницу шел на экзамен в ГАИ, что если я не сдам, как же я запишу следующее видео, ведь пересдача там через неделю, может быть, еще дольше. Вот, я думал, подведу вас, ребята. Но в пятницу я вернулся с пустыми руками из ГАИ. Вот, сегодня вторник, я опять был в ГАИ и уже возвращаюсь, вот, с правами. Все правильно. Выходные и праздничные дни ГАИ не работают, то есть в пятницу я сдал экзамен, вот, записался тут же вечером на госуслугах, и вот сегодня во вторник я получил удостоверение. Все сдал, все хорошо. Вот. Теперь впереди следующий этап, то есть устраиваться на работу без опыта, без стажа, категорию Е, тем более зимой. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас пойду домой и начну уже обзванивать конторы. Сначала обзвоню крупные транспортные и начну обзванивать частников. Посмотрим, что из этого выйдет. Все это буду снимать сейчас, все вам покажу. Все, парни, погнали домой. Че, ребята, начнем обзвон компаний транспортных. Начну с крупных компаний, дальше буду обзванивать частников. Посмотрим, что. Компания Лидер Транс. Будем звонить туда. Опыт работы не имеет значения. Попробуем. На телефоне у меня тоже то же самое. Позвоним. Послушаем, что она там скажет. Раньше набирали там. У меня он даже записан, потому что я общался с человеком, Ольга. Общался я. Компания Лидер Транс. Здравствуйте, меня зовут Александр, вот звоню вам по вакансии на категорию Е. Актуален набор еще? Набираем водителей с опытом, без судимости, без задолженности в банках по просрочкам. Я понял. Когда я вам просто месяц назад звонил, вы мне говорили, что без опыта берете. Я вот отучился, получил категорию. Так и было месяц назад. На сегодняшний день набираем сразу только с опытом водители выезжают. Те, которые без опыта, мы откладываем анкеты в резерв. Как появляются свободные машины, перезвоним. Но это будет в следующем году, в феврале. Только в феврале, да? Возможно, да. Угу. На сегодняшний день достаточно набрали водителей без опыта. Я понял. Пока они формируются, все машины заняты. Нет. Если есть желание ждать, то можете заполнить анкету, отложим в резерв. В следующем году, возможно, перезвоним. Я понял. Карта европейка обязательно для работы нужна будет водителю. Европейка, да? Да, без них на сегодняшний день не берем. Все, я понял, спасибо большое. Если что, наберу вам, приеду, заполню анкету. Хорошо, до свидания. До свидания. Вот так вот, парни, Лидер Транс все, прекратил набор. Ладно, звоним дальше. Так, деловые линии. Опыт более 1 года. Уже набираю. Посмотрим, что он скажет. Деловые линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам звоню по вакансии на категорию Е. Актуален набор еще? В каком городе? Челябинск. Да, необходимо направить отклик на сайте, где видели объявление. Лучше положить на ответ, до конца рабочего дня с вами свяжемся. А подскажите такой момент. Вот я только получил категорию Е, набираете без опыта? Нет. То есть не набираете, да? Необходим хотя бы минимальный опыт работы. Ну, я на грузовых работал, но без прицепа. Именно по категории Е. Не понял. Ладно, спасибо. До свидания, пожалуйста. Второй отказ. Ладно, звоним дальше. Тут третья попытка, Делка.
Опыт работы не имеет значения, написано. Посмотрим. Белка. Ну, слышал я и плохое, и хорошее. Но пока сам не попробуешь, ты не узнаешь. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните позднее. Абонент разговаривает. Алло. Здравствуйте. Я звоню по вакансии категории Е. Актуален набор еще водителей? Да. А вот подскажите, я только что открыл категорию Е. Берете без опыта? На грузовых ну, вообще работал. В вашем случае трудоустройство будет в городе Набережные Челны и по программе плюс 100-500. На сайте компании есть видео, либо в Ютубе есть видео. Плюс 100-500? Работаете. Да, да, 3 месяца, то есть у вас оклад 50 тысяч рублей, плюс 100 рублей, 500 рублей суточные. Угу. То есть километраж не считается, да, 3 месяца первые? Да, в вашем случае по умолчанию программа только по окладной части, скажем так. Угу. А подскажите, ну то есть я 3 месяца отрабатываю, еще могут меня не взять, что ли, или как? Нет, нет, зачем? По истечении 3 месяцев переводят на общую схему оплаты. Так, я понял. А подскажите, машины у вас какие? Скани, да, я часто встречал на дорогах. У нас Скани, КамАЗы. В вашем случае, если мы говорим на прием без опыта работы, то это только КамАЗ Нео. Угу. Это газодизельный, да, который? Ну, они сейчас газодизельные, сейчас просто дизельные, да, да. Так, я понял. Так, и что мне сделать? Допустим, я сейчас решу устраиваться. Мне нужно как-то, ну, в Челны ехать и там с кем-то созвониться или как, чтобы меня кто-то встретил? Нет, нет, сначала можно предоставить документы для службы безопасности. То есть анкету заполнить, паспорт, водительское предоставить. Угу. Вы в каком городе проживаете? В Челябинске. Значит, нужно прийти в офис по адресу Свердловский тракт 5, офис 218. Здесь у меня заполнить анкету, оставить свои данные все. Все Подарок хорошо. В течение суток свяжемся с вами. Все, я понял, спасибо, я подъеду. Пожалуйста, подъезжайте. Всего доброго. Ну, в принципе, почему бы и нет? Ну, да, зарплата пока не такая большая, то есть он сказал полтинник в течение 3 месяца, но если никуда не будут брать, почему бы и не поработать, правильно, парни? Это стаж. Меня устраивает, в принципе, я готов выехать в Челны, почему бы и нет? Вот. Сейчас еще будем обзванивать. Так что смотрите дальше продолжение. Компания Итека. Опыт работы более 1 года. Звоним, узнаем. Что нам скажут? У меня и там в избранном добавлено, на телефоне добавлено. Карта водителя евротахограф. Тоже не моя. Твоя машина, твоя. Да, слушаю. Здравствуйте, я звоню по работе. Водитель категории Е. Актуален набор? Вы откуда узнали о наличии вакансии у нас? На Авито нашел. Вы где проживаете? Челябинск. Вам нужно подъехать по адресу улица Валдайская, 17, на собеседование. Я понял. Улица Валдайская, 17. А подскажите, без стажа, без опыта берете только категорию? Ну, нужен обязательно опыт работы с Е-категорией не менее года. Все, я понял, спасибо. Пожалуйста. Итак, 1 год. Звоним дальше. Парня, вот еще нашел организацию. Водитель категории Е. ООО «Сервико». Пробуем. Понять. Что нам там скажут? Здравствуйте, я по вакансии звоню, водитель категории Е. Актуален набор? Вы из какого города? Челябинск. Нас колонна в Екатеринбурге находится. Рассматриваете такой вариант работы? Я, да, конечно, рассматриваю. А вы рассматриваете кандидатов без опыта и стажа? Только... Да, у вас категория
ей когда была открыта? Вот в пятницу сдал экзамен, сегодня получил права, сегодня вот во вторник. До этого работали где-нибудь, ну, водителем? Конечно, работал на пятитоннике, работал на кране. Вот. Но категорию только сейчас открыл. Да, достаточно. Вам нужно заполнить анкету, можно это делать удаленно на этот номер. Отправьте свою почту электронную, я вам вышлю анкету, ее заполните, ко мне перешлете. Все, добро, хорошо. Угу, давайте. До свидания. До свидания. Ну, почему бы и нет? Попробуем. 70 зарплата. Даже более одного года. Видите, ребята пишут, опыт работы более одного года. Но нужно звонить и узнавать, потому что где-то берут, где-то нет. Никто вас за спрос не укусит, не ударит. Прямо сейчас я ей отправлю, чтобы не потерять номер. Очень много номеров сегодня будет. 5 минут подождите. Организация Автоспринт. Зарплата 60. Позвоним, узнаем. 60, конечно, маловато. Ну, вообще узнаем. Написано, без опыта берут. Не имеет значения стаж. Алло. Здравствуйте. По объявлению звоню. Водителей набираете? Да, CE категория. Да, все верно. Но у меня опыта и стажа нет, сразу могу сказать. Только сегодня получил удостоверение. Набираете таких? Ну, а до этого на чем опыт был? Ну, на пятитоннике ездил, на погрузчике ездил, ну, в смысле, на кране. Вот. А категории Е вот только открыл сегодня, удостоверение забрал. Вот обзваниваю и ищу работу. А на пятитоннике куда? Ну, я в основном тут по области катался. По городу и по области. Ну, надо подъехать, пообщаться. Так, а куда и когда можно будет подъехать? Копейское шоссе 50, территория ЖБУ-2. Там кому обратиться? Ну, номер телефона есть. Подъедешь, позвонишь, я объясню, куда пойти. Все, понял. Но это, скорее всего, завтра будет. Ну, хорошо. Все, спасибо. По поводу только что звонил. Как он? Что-то я выключил сразу. Автоспринт. Так вздохнул человек. Вот, ну... 60, не знаю, есть ли смысл вообще. Если, конечно, никто не возьмут, то, наверное, я пойду. Вот. Посмотрим, короче. Давайте сразу дальше позвоним. Я включаю, выключаю видео. Наверное, лучше сделать все одним. Алмиком, водитель категории Е. Он снят из публикации. Это я до этого отмечал. Водитель категории Е. Так, Темпа Логистик. Более одного года. Так, мы готовы предложить. Ну, давайте позвоним, узнаем. Темпа Логистик. Абонентский номер занят. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните позднее. The number is busy. Please hold on for answer or call back later. Да, что-то мне моя бумажка вообще не пригодилась. Ну ладно. Так, у нас пока Делка и Сервика, да, на примете. Все, до свидания. Дентра. Водитель категории Е, удаленная проверка. Звоним. Предупреждаем, что разговор может быть записан. Да, ради бога. Хотят разговаривать. Ладно, будем искать другое. Ну, позвоним, давайте частнику. Вот 70 тысяч, самое большое.
Требования экспедитор занимается доставкой груза. Ганга, он отвечает за сохранность века. Вот еще у нас Volvo нарисован более 5 лет. Я думаю, даже, наверное, не стоит звонить. Межгород, категория Е, Mercedes. Более одного года. Ну, давайте сюда позвоним. Спросим. Да. Добрый день, по вакансии звоню. Актуальный набор еще водителей? Да. Давайте я вам перезвоню минут через 10, пожалуйста. А скажите, на один вопрос только мне ответьте. Без опыта берете, без стажа? Только открыл категорию? Нет, к сожалению, нет, только с опытом работы. Все, понял. Всего доброго. Угу, спасибо. Все коротко и ясно. $6. Иман Трансавто. Ты что, с Каней, да, парни? Ну, нарисовать хоть что можно. Так. Попробуем набрать. Написано, что... И карту. Кстати, карту нужно сделать, да, карты у меня нет. Написано, опыт нужен. Алло, здравствуйте. По объявлению вам звоню. Да. Слушаю вас из какого города? Челябинск. Из Челябинска, да? Да. Ну, вас какого рода интересует? По Е категории, да? Да, обязательно по Е. Здесь и до 6 работаем, нужно будет приехать на собеседование, сразу берите все документы. А подскажите, без стажа берете, без опыта? Через стажировку, да, берем. Так, подождите. Куда подъехать? Алло. Алло, вас не слышно. Берем, через стажировку берем. Да, я понял. А куда подъехать? Адрес? Курчатова, 2. А там куда мне? На проходную подойдете, скажете, на собеседование. Все, я понял. А машина у вас Кани, да? Кани и Мерседес. На официальное трудоустройство? Да. Все, спасибо, я подъеду. Хорошо. До свидания. Так, кто-то мне там звонил. Ладно. Ну что, ребята, прозвонили. В принципе, три компании, которые берут на стажировку, хотя бы на стажировку, там и хотя бы вообще готовы рассмотреть ваши документы. То есть это Делка, Сервика и вот Челябинская организация. Ну вот последняя, которую я показывал на видео. Вот, будем пробовать, сейчас раскидаем свое резюме, свои документы, ну, в Делка съездим, в Сервика я отправлю ей на электронную почту, и вот в последнюю организацию тоже сейчас съезжу, пообщаюсь с людьми, что мне там скажут, но я думаю, этот ролик я выложу, вот, и следующий ролик я уже расскажу, как я съездил, что мне сказали, может быть, я уже буду даже на стажировке, то есть я затягивать не собираюсь. Только меня там одобряют, я сразу собираю вещи и в путь дорогу. Ладно, всем спасибо за просмотр. Вот, может быть, кому-то принесет пользу это видео. Ладно, всем удачи, всем пока.